смотри, это такой 14-13 год, январь, февраль месяц, у нас всегда как бы, по налоговому поступлению, немножко картина такая бывает не всегда радужная. Вот в этом году, значит, за январь месяц у нас поступило собственных доходов, я имею в виду налоговые доходы, всего 165 миллионов рублей в январе месяце. Ну, мы планировали 155, поступило 165 за счет перевыполнения плана по налогу на доходы физических лиц. Это связано в первую очередь с тем, что мы немножко увеличили процент отчислений, которые были связаны с передачей расходных полномочий по детским дошкольным учреждениям. Поэтому у нас немножко вот такое перевыполнение получилось. Всего же доходы вместе с дотацией поступило в республиканский бюджет 362 миллиона рублей. Но этого недостаточно для того, чтобы нам выполнять вот те расходы, скажем так, социально значимые, обязательные, которые мы в течение каждого месяца с вами отдаем как заработную плату, социальные выплаты, пенсии, пособия. Да? Это вот каждый месяц цена вопроса у нас составляет порядка 500 миллионов. То есть по январю у нас получился небольшой дефицит по доходам, и поэтому часть заработной платы и выплат перешла на февраль. В феврале мы запланировали поступление на 195 миллионов, то есть на 30 миллионов больше. На сегодняшний день 47% исполнения по февралю составляет. Потребность, опять же, в таких же расходах у нас те же направления, опять порядка 500 миллионов рублей. Но я думаю, мы справимся с задачами своими. Пока вот идет как бы исполнение такое немножко напряженное. Кроме расходов, постоянно, в первом квартале, не только у нас, это по всем субъектам такая картина. Некоторые субъекты уже обратились за авансовые дотации. Мы общаемся с финансистами субъекта. У нас такой необходимости нет. У нас пока такой необходимости нет. Все другие расходы мы искусственно придерживаем. И это в первую очередь связано с тем, что вступил в силу 44-й федеральный закон. Контрактная система у нас. И немножко поменялся порядок размещения заказов. Поэтому у нас сейчас органы исполнительной власти работают с графиками размещения заказов, согласовывают его с нами. Теперь есть у нас программа электронная, в соответствии с которой наши главные распорядители бюджетных средств составляют годовые графики закупок, отправляют их к нам финансовые органы. Мы эти графики согласовываем, проверяем их на предмет соответствия лимитам бюджетных обязательств, то есть годовым назначениям. Санкционируем и отправляем в уполномоченный орган Министерства экономики Республики Калмыкия. Только после того, как с нами согласован, Министерство экономики принимает этот график и размещает в информационной системе. Самое главное, Надежда Григорьевна, надо обратить внимание, конечно, на выполнение социальных обязательств, в первую очередь заработная плата. Да. А может быть, придержать даже и вторые статьи? Нет. Почему мы этого делать не будем в целом, конечно, это нарушение финансов. Есть возможности. Мы просто, ну как бы наши министры все приучены к бюджетной дисциплине. Они у себя в программах видят кассовый план. Мы составляем годовой кассовый план, который состоит из кассового плана каждого месяца. Он формируется в соответствии с доходами. Мы считаем расходную часть бюджета, и каждый главный распорядитель у себя в программе видит, сколько процентов он в этом месяце получит бюджетных ассигнований. Хорошо. Поэтому у нас таких проблем нет. Как был исполнен бюджет прошедшего года? Ну, прошедшего года по налогам и налоговым доходам у нас исполнение составило 94% по налогам и налогам. К сожалению, я уже об этом говорила не один раз, недопоступил в республиканский бюджет налог на прибыль порядка 320 миллионов. Это, Алексей Маратович, последняя поправка. Мы предусматривали погашение недоимки по налогу на прибыль. Недоимка. Она была... выполнили бюджет 2013 года? Нет, по налогам и налоговым доходам. А по темпу роста, конечно, у нас по сравнению с предыдущим годом выдержано 107% у нас составляет темп роста. А вот налог на прибыль недопоступил. И акцизы. Ну ладно, налог на прибыль у нас администратором является наше управление налоговое, федеральная служба. Вот. А по акцизам администратором... Вчера мы провели совещание с Игорем Александровичем и с Ларисой Борисовной по поводу обязательств, которые они на себя предварительно брали, и по повышению заработной платы. Как вы считаете, в первом полугодии, с учетом того, что первый квартал мы пройдем, относительно напряженно. А все-таки в первом полугодии мы сможем выполнить
обещание. Да, Алексей Владимирович, в Министерстве финансов в нашем лице мы этой проблемой занимаемся. Значит, повышение заработной платы мы планируем подготовить проект постановления и документ на повышение, значит, с 1 апреля. 1 апреля. Объясняю почему. Потому что срок представления годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета республики 25 марта. Самое главное, чтобы это было первое полугодие. Да, с 1 апреля расчеты все произведены. Кроме того, Министерство финансов Российской Федерации у нас запросило полностью паспорт по бюджету, который мы